привет! Меня зовут Катя, и вы на канале Aromatic Bubble. Сегодня вместе с вами я буду собирать красивый, яркий, красочный букет для маленькой принцессы. Эти цветочки мы с вами заливали в предыдущем видео, и сегодня из них будем собирать букет в корзинке. Корзиночка у меня вот такая вот плетеная. Я сюда положила наполнитель, у меня пенопласт. Сверху закрыла сизалем. Из зелени вот буду использовать всякую разную. Предварительно я уже насадила каждую вставочку на шпажку, чтобы не тратить на это время. Вот здесь такие пушистенькие ягодки. Вот такие вставочки. Все нам это сегодня пригодится. И также листики розы. Это пластик. Из инструментов я использую кусачки, чтобы откусывать проволоку, и тонкогубцы или длинногубцы. Нам понадобятся зубочистки, флористический стебель или флористическая проволока. Я ее разрезаю пополам. Тут немножечко разной длины. Коротенькие – это для нижнего яруса, и те, которые подлиннее, они у меня возвышаются над букетом. И также нам понадобится горячий клей.
И вот такая вот корзиночка у меня получилась. Цвета здесь всякие разные, но между собой они гармонично смотрятся, перекликаются. Так что я думаю, что маленькая принцесса останется довольна. А на сегодня у меня все. Большое спасибо, что посмотрели сегодняшнее видео. Я надеюсь, оно вам понравилось. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Отличного настроения и пока!